Всем добрый день. Сегодня будет происходить божественная помощь человека, который сильно болеет и может умереть. Поэтому я собрал сегодня все эти иконы и Спаситель, и Лука, и Пантелеймон, и София, и Божья Мать, и Николай Угодник, и Матрёна. Все тут, практически все. Сергий тоже есть Преображенный. А, нет, не Преображенный, ошибся, извиняюсь. Радужевский. Есть у нас еще вот Спиридон Тримуфутский тоже поможет. Также икона Семистрельная. В общем-то практически все, кто нам нужен. Возможно, это видео не пойдет, конечно, в YouTube. Может быть, я ее запущу в YouTube. Ну, посмотрим. Но человеку нужно помочь, иначе он может умереть. Сейчас будем пробовать. Но для начала, как всегда, я выключаю свет. Как вы видите, я зажег. Сегодня будет две свечи, специально приобретенные из Индии. Они более, ну как сказать, в принципе то же самое у нас есть, но более такие. Хотя надо, конечно, я, наверное, включу свет, потому что ничего не видно будет. Но вы увидели как бы свечи, которые специально в Индии для таких ритуалов приводятся в церкви. Они тлеют постепенно. Видите? Да. То же самое, что у нас такие же есть. Может, когда-нибудь я еще покажу какие-нибудь другие. У меня их множество. Специально приобретенные из Индии, потому что у меня есть там знакомые. Но если вдруг попадет, конечно, видео разговор с Богом, то вы все увидите. Сегодня работаем над вот этой женщиной. Тамара Ивановна зовут. Мы должны спасти ее, потому что иначе ее не станет. А все, кто ее окружает на этой фотографии, это ее дети. Четыре дочери.
Сначала я попрошу прощения у Бога, как обычно я этим занимаюсь. Да, кстати, забыл сказать, что у нас еще есть святая вода. Но сегодня применяются только свечи, иконы и святая вода. Больше ничего не будем применять, потому что ритуал призыва помощи Бога. А другие ритуалы, ну вы знаете, чем я применяю в предыдущих версиях. Боже, прости меня, ибо я грешу. Я знаю, что ты любишь меня и всех ужасных людей. Ты помогаешь всем. Спасибо за то, что ты делаешь для нас. Спасибо за все, что даешь нам. Спасибо за день, принесенный сегодня. Спасибо за то, что я сегодня проснулся. Боже, спасибо тебе за все, что в жизни происходит со мной, моим близким, моим любимым людьми. Спасибо тебе за все мои поступки, которые ты не смотришь плохие поступки, смотришь хорошие только во мне. Спасибо тебе, Боже. Сейчас мы помолимся Богу и всем этим святым, чтобы они помогли вылечиться бабушке Наталье Карасёвой. Наталья, конечно, сейчас фамилия ее Крутова Наталья Алексеевна. О Боже, помоги. Я прошу у всех вас, святые, помогите Тамаре Ивановне выжить в этой в этом мире, который дает нам любовь, страдания, эйфорию, уныние, радость, грусть. Боже, помоги нам, помоги Тамаре Ивановне жить дальше. Она же еще прожила не так долго. Зачем сейчас красть ее физического мира? Зачем? Боже, дай ей еще шанс побыть, понянчить внучку и еще внуков дальнейших. Помоги, Боже, я прошу всех вас, святые, помогите, скажите Бог, помогите мне силой, чтобы Бог услышал мою молитву. Боже, я буду говорить слова, пока тлеет эта свеча. Я прошу тебя, не дай смерти разлучить Тамару Ивановну с этим миром.